Привет, армии! Мы здесь не только для того, чтобы восхищаться невероятными моментами и символами в жизни вигуков, но и чтобы подчеркнуть их величие как артистов и музыкантов. Тэхён и Чонгук — это не просто пара, это настоящие творцы, которые вдохновляют миллионы своим искусством. Мы следим за их карьерой с огромным уважением и ждем с нетерпением 2025 года, чтобы вновь насладиться их музыкой и совместными проектами. Сегодня же мы погрузимся в их мир, полный трогательных деталей, таких как Hello Kitty, заколки и гавайские воспоминания. Все это делает их связь уникальной и близкой. Давайте разберемся в этих милых символах вместе. Поехали! Арми уже давно замечают, что аккаунт брата Чонгука в Instagram вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Особенно, когда публикации начинают содержать явные отсылки к событиям, связанным с Чонгуком и Тэхёном. Снеговики с ушками, зеленое печенье Hello Kitty, медведи – все эти милые детали выглядят как кодовые послания. Но что, если это не просто совпадение? Давайте разберемся, что происходит, подключая логику, немного психологии и щепотку юмора. Поддержка или скрытый намек? С одной стороны, брат Чонгука явно старается быть частью фэндом-сообщества, показывая Арми теплое отношение к их интересам. Но с другой стороны, тон его публикаций и выбор объектов кажется настолько продуманным, что возникает подозрение. Сам Чонгук может пользоваться аккаунтом брата, чтобы передавать послания. Пример. Недавний пост с зеленым печеньем Hello Kitty. Арми знают, что Hello Kitty — это не просто милый символ, а деталь, связанная с отношениями вигуков. И какова вероятность, что брат просто так случайно выберет именно этот образ? Психология намека. Когда кто-то хочет что-то сказать, но не может говорить прямо, он выбирает символику. В данном случае снеговики с ушками, Hello Kitty и даже медведи работают как мосты, соединяющие публику с более глубокой историей. Это похоже на игру в загадки, где аудитория в роли детективов. А что если Чонгук пользуется аккаунтом брата? Давайте будем честны. Ни один пост в мире соцсетей не остается незамеченным, особенно если он связан с популярными личностями. Если Чонгук действительно хочет общаться с фанатами неформально или передавать что-то важное, но косвенное, зачем создавать еще один аккаунт? Намного проще использовать уже существующий аккаунт брата. Что на это указывает? Посты слишком сильно перекликаются с текущими событиями в жизни Чонгука и Тэхёна. Иногда стиль и выбор контента выглядят так, будто их писал сам Чонгук. Но здесь стоит помнить и о том, что брат может просто быть хорошим соучастником, который помогает Чонгуку поддерживать фанатов. Намеки на Тэхёна – символы любви и поддержки. Теперь о том, почему фанаты связывают эти посты с Тэхёном. Помимо Hello Kitty и медведя, снеговик с ушками – еще одна важная деталь, которая намекает на общую историю вигуков. Почему такие мелочи важны? Они показывают, что отношения между Тэхёном и Чонгуком выходят за рамки сценического образа и являются частью их личной жизни. Это также способ для Чонгука или его брата показать уважение и поддержку своему другу. А может, это просто умный маркетинг? Не будем забывать о том, что все это может быть частью сложной стратегии. BTS — это не просто группа, это феномен. И каждое действие, даже самое мелкое, становится событием. Использование аккаунта брата для интриг и теплых отсылок позволяет сохранить интерес ARMY и поддерживать эмоциональную связь. Какая бы правда ни скрывалась за этими публикациями, одно ясно. Они объединяют фанатов, заставляют их искать скрытые смыслы и создают пространство для дискуссий. Даже если брат Чонгука просто делится своими мыслями, они неизбежно становятся частью общей истории вигуков. «Совпадение? Не думаю», — скажут фанаты. И, возможно, они правы. А пока нам остается только гадать и наслаждаться этой загадочной игрой символов PS Army. А вы как думаете, это совпадение или тщательно продуманный план? Напишите свое мнение в комментариях. Вот такая история о Тайкуке и их любви к милым деталям. Игрушки, заколки, медведи – все это доказывает, как важны символы в их жизни. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, какие моменты понравились вам больше всего. До встречи в следующем видео!